Доброго здоровья, друзья! С вами Руслан. И, возможно, вы уже знаете, что у меня есть услуга. Попытка открытия многомерного видения. Некоторые спрашивают, что такое многомерное видение? Многомерное видение – это способность воспринимать и понимать информацию, связанную с разными уровнями и измерениями реальности, выходящими за пределы нашего обычного трехмерного мира. Многомерное видение – это способность увидеть и воспринять события, действия и их взаимосвязи внутри различных измерений, планов сознания или альтернативных реальностей. Многомерное видение – это способность расширить свое восприятие и сознание, чтобы воспринимать и взаимодействовать с информацией и энергией, существующими вне обычного физического мира. Многомерное видение – это способность видеть и понимать взаимодействие и влияние различных измерений, как физических, так и энергетических, на нашу сознательную реальность и опыт жизни. Многомерное видение – это способность визуализировать и понимать сложные сети связей, аспекты и взаимодействия между различными уровнями существования и сознания. И как открыть многомерное видение? Практика медитации. Регулярная медитативная практика помогает успокоить ум, расширить сознание и развить способность воспринимать более тонкие энергетические аспекты окружающего мира. Осознанное присутствие. Уделяйте внимание состоянию здесь и сейчас. Осознанное присутствие в настоящем моменте поможет расширить ваше восприятие и заметить тонкие сигналы и события, которые обычно ускользают от внимания. Ведение дневника. Ведение дневника может помочь уловить тенденции, символы или повторяющиеся события, которые могут носить многомерные характеристики. Записывайте свои мечты, синхроничности и другие заметки, которые связаны с вашим расширенным восприятием. Развивайте интуицию. Уделяйте внимание своему внутреннему голосу и ощущениям. Дайте себе разрешение доверять своей интуиции и следовать ей. Чем больше вы тренируете свою интуицию, тем более ясным становится ваше многомерное восприятие. Общение и обмен опытом. Общайтесь с людьми, которые также интересуются и развивают многомерное видение. Обсуждайте свои впечатления, задавайте вопросы, делитесь опытом. Это поможет вам расширить свое понимание и найти новые пути развития. Регулярно делайте практики. Развитие многомерного видения требует времени, терпения и последовательности. Создайте ритуалы и практикуйте систематически, чтобы углубить свое понимание и восприятие. Исследуйте многомерные практики и техники. Существуют различные методы и практики, которые могут помочь развить многомерное видение. Такие практики я даю на своих консультациях, где под моим руководством вы можете почувствовать связь с вашими высшими аспектами, раскроете истинный потенциал вашей души. Многомерные практики позволяют наладить контакт с высшим Я и духовными наставниками, развить интуицию и открыть многомерное видение процессов, происходящих на тонком плане. И если у вас появились вопросы по открытию многомерного видения, вы можете писать их в личные сообщения ВКонтакте. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.